Хочу сказать, что значит, вот людей, которые вот таким образом поступают, убивают и измываются над другими людьми, их нельзя считать людьми. Это не люди. И я считаю, к ним должны быть другие совершенно законы. Это они не члены общества. Люди живут по человеческим законам, а эти нелюди по своим законам. И вот нужно, чтобы выработали соответствующие законы. И до сих пор об этом никто никогда не говорит. И говорят, молодой человек, какой же он молодой человек? Он не достоин этого звания. Его, их надо лишать и клеймо делать. Выдавать там какие-то соответствующие знаки, там где-то может быть даже, да, что он не люди. Ну, типа это. Вот все, мое Благодарим.